Всем добрый день, добрый вечер, доброе утро. С вами Игорь Асташев. Сейчас зашел в интересный храм, небольшой. Он такой синтез. В принципе, все храмы у них здесь во Вьетнаме, они как бы не чисто буддийские, они с вкраплением местного колорита, местных традиций. Но этот больше мне тоже интересен, потому что здесь есть вкрапление с индуизма, если видно. Я буду так показывать интересные моменты, статуи различных божеств и человек отдыхает. Видно, да? Божества. А тут вот сейчас я еще здесь покажу вот этот вот уголок этого храмчика. Тут интересно. Оно тоже красочное, такое яркое. И еще интересно, сейчас я покажу, как люди здесь подготавливают цветы, делают букеты, потом это все выставляется на алтарь, чтобы радовало глаз прихожан. Видно, да? Это действительно труд. Труд людей, они с душой это все делают. Цветы живые. Пион, орхидеи, лилии, даже розы. Сейчас я показываю. Сейчас я пройду еще в одно место. Уже здесь настоятель, видать, храм. Тут дань уважения ему. Фотографии. Колокол традиционный. Вот такой вот маленький дворик и маленький храм. Видно, да? И люди, которые с душой относятся к этому храму, поддерживают его красоту. Играет музыка. Надеюсь, было интересно этот маленький сюжет. Всего до встречи. Счастливенько.